Шансы спасти жизнь ребенка стали выше в Гродно. Сегодня врачи детской областной больницы выехали на вызов на новой скорой. Приобретение реанимобиля – результат кооперации Гродненской клиники и правления Беларусьбанка. Автомобиль экстренной помощи оснащен удлиненной базой. В нем расположены особые стабилизаторы, чтобы пациенты во время движения не чувствовали даже минимальной тряски. Кроме того, внутри салона смонтированы системы жизнеобеспечения для оказания помощи новорожденным и детям в тяжелом состоянии.